Всем доброе-доброе утро. Сегодня 21 января 2024 года. Мы вышли на улицу. Уже сегодня можно. Вот вам и Крым. То был снег, потом был сильный дождь, мокрый снег. А уже сегодня даже все и подсохло. Поэтому мы можем смело гулять. И еще на градуснике 3 градуса мороза. Это видно вот по травке, конечно же. Ну и воздух. Воздух, конечно, прекрасный. Солнышко у нас светит, посмотрите. Нет вообще даже ветра. Совсем не дует. Поэтому мы гуляем. Очень хорошая погода. Наконец-то, слава богу, потому что сидение дома, это, конечно, ужас. Просто ужас. Поэтому так, мы выбежали. Кто тут, кто там. Бегают, играются. Кто-то еще в доме, кстати, он открыт там. Забежали детки, наверное, соскучились, потому что все-все-все были дома. Так, ну что, вчера я до самого позднего вечера или ночи делала вкусняшки, сушила в дегидраторе, в общем, справилась с большим количеством желудка, поэтому сейчас пойду посмотрю, может быть, уже что-то посушилось. Такие тоненькие кусочки, они достаточно быстро сушатся. А что потолще, то можно еще оставить посушить. Ну вот, мы пришли здесь посмотреть в дегидратор, посушилось или нет. И они за мной уже знают, конечно же. Так, ну что? Ну, тоненькие кусочки, в принципе-то, посушились. Но можно еще... немножко, пару часиков. Смотрите, уже прям лапой. Давай, мама, давай. Есть еще немножечко вот жидкости. Ну, понятно, я поставила во сколько там, 2 часа ночи, еще рановато. Пусть еще немножко посушится. Мы как раз погуляем. Пойдем, мои зайки, пойдем. Погуляем на улице. Ну, на улице не буду давать им грызть, потому что на улице прохладно. Уже зайдем в теплый домик и потом уже там будем грызть. Да, мои хорошие? Ну что, пойдем? Пойдем, пойдем. Носы поподнимали вверх и смотрят, взяла мама что-то в карман или нет. Нет, мама ничего не взяла. Котики, ничего не взяла. Подождите немножко. Да, 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 вот такие мои золотые. Так, ну что, мы продолжаем гулять. Вот такая вот переменчивая погода в Крыму у нас. Порою в один день у нас может быть и дождь, и снег, и солнце, и тепло, и похолодать. То есть, ну, в общем, все-все может быть. Ну, вот так вот. Ну, очень хорошо, что быстро все меняется, подсохло. Я прям рада, когда смотрю утром в окошко, и там солнышко, и сухо. Это чудесно. Ну, правда, для нас дождь и слякоть, и когда мокро, это прям катастрофа. Ну, потому что собачки вымазываются, и покупать их это целое дело. Да, Ванесочка, моя красотулька? Солнышко, я ничего не взяла. Ожидаем, да, ждем, ждем. Вот феечка нашла себе опять забаву. Вот эти вот от цветочков горшочки, вот они их любят, поиграться с ними, побегать. Вот так вот они забавляются. Ну что, друзья, мы продолжаем гулять. Снимать-то, в принципе, нечего. Ребятки сутки сидели дома. Ну, тоже, в принципе, не скучали. Тепло, светло. Вкусняшки кушали. С мамой постоянно находились. Что еще нужно? Да это вот самое-самое главное. Так, еще... там калиточка закрылась, и мои остальные детки пока с той стороны. Ну, ничего, сейчас я всех выпущу. Погода чудесная, просто чудесная. Прям настроение такое хорошее. Чего и вам мы желаем. Ну, все, дорогие друзья, я буду заканчивать. Пускай бегают, играются. Прям наслаждаются, правда, вместе со мной. Что ты хочешь, зайкин мой? Мальтезик мой, Ярочка.
просит вкусняшку. Я ничего не брала, зайка. Руку держу в кармане халата. И он думает, что у меня там что-то есть, мой золотой. Да, я так делаю иногда. Складываю себе там в карманчик, может быть. А бывает так, что кому-то, может быть, несу, и в кармане они слышат. Да, мои золотые? Жаклиночка, девочка, зайка. Поиски мамочек, папочек. Так, красотулечка, вот Ирисочка уже где-то потеряла бантик. Вчера был с бантиком. Уже замерзла рыбочка. Давай, давай к маме. Все, все, к маме за пазуху. Давай будем так гулять. Ну, в принципе, всего лишь где-то 3-4 градуса мороза и нет ветра. Ну вот, Манюсечка маленькая такая и замерзла. Поэтому все, сидит у мамы здесь в теплом халатике. Вот, и вот так вот будем гулять, да, моя золотая? Все, дорогие друзья, мы желаем вам хорошего дня, хорошего настроения, всего самого-самого доброго. Кого интересуют наши деточки, щеночки, пожалуйста, обращайтесь. Пишите, звоните, вайбер, ватсап, телеграм. Все вопросики сразу пишите мне в личное сообщение. В плейлистах представлены все мои детки. Я там о всех рассказываю, называю, кого как зовут. Если вас заинтересовал какой-то щеночек, какая-то собачка, пожалуйста, назовите кличку, имя собачки, пишите мне личные сообщения, что интересует, стоимость, доставка, еще какие-то вопросики по собачке вас интересуют, я всегда с удовольствием отвечу. Доставочка у нас есть, напоминаю, в любую точку мира, стоит только захотеть, ну и, конечно, возможность тоже должна быть, это понятно. Поэтому, кто влюбился в наших деток, кто хочет себе прекрасного друга на долгие-долгие годы, пожалуйста, обращайтесь. Все, пока, всем всего доброго. Крым, город Евпатория, и я, владелица домашнего питомника Наталья. Желаем вам всего самого-самого хорошего. Прекрасного дня, хорошего настроения. Пока-пока.